Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о результатах нашего эксперимента о высадке клубники нетрадиционным совершенно способом в банку. Итак, я напоминаю вам, что я ее посадила в пятницу 13 числа. Сегодня у нас на дворе 16, и я хочу вам показать результат. Могу сказать только одно. Сажала я самый обычный сорт, ну, какой-то взяла вот... Просто какой под руку попался, не загонялось то, что там по сортам, ранний или спелый, взяла любой. Я хочу что сказать, что любой садовод-огородник хоть раз высаживал семенами землянику, клубнику. Это всегда очень процесс трудоемкий, в каком плане, то есть его очень долго ждать результат. А иногда можно вообще просто не дождаться. Так вот, я сейчас вас просто приятно удивляю. Вот моя банка, я вам рассказывала, что я на дно сыпала вермикулит, дальше насыпала грунт, брызгала сверху эпином, разведенный в воде, и накрывала крышкой. Причем, вы знаете как, он у меня стоял даже не на свету. Обычно же такие семена прорастают на свету. У меня он стоял, можно сказать, в экстремальных условиях, просто на столе, в офисе. Итак, результат. Все семена уже с корешками зацепились, с беленькими, и начинают слегка наклевываться листочки. Вот третий день рассада вся зашла. Причем там семян было, наверное, штук, ну, не больше 8 или 10. То есть, в принципе, я вот их все, я посчитала, что 10 я точно насчитала. Дальше я буду вам показывать, как быстро она будет развиваться в этой банке и как ухаживать вообще за такими вот растишками вот в такой банке. Вот сегодня я еще дня на два я оставлю под крышкой, а затем я крышку убираю и накрываю самым тонким укрывным материалом под резинку. Но я вам покажу, что будет далее. Я думаю, что все мои советы вам пригодятся. Вот таким способом можно сеять не только клубнику, но и любые семена, которые прорастают на свету и достаточно мелкие. То есть в этой лобелии и петунии. Ну, все. Так что, товарищи садоводы-огородники и любители, берите на заметку. Всем пока!